Восьмое упражнение – подъем на скамью с гантелями. В этом упражнении вы можете использовать любую возвышенность. В моем случае это будет стул, на котором я сейчас сижу. Встаньте перед скамьей с гантелями в каждой руке. Поднимайтесь на нее с помощью правой ноги, отталкиваясь от пятки, чтобы целиком оказаться на скамье. Спуститесь с нее левой ногой и повторяйте упражнение с другой стороны снаряда. Это упражнение активирует все верхние мышцы ног, ягодицы и мышцы бедра. Активация остается в течение целого дня. Благодаря низкой нагрузке это упражнение не приводит к травмам колен, которые вы можете получить, выполняя упражнение с более высокой нагрузкой.